вы на моем канале, и это бумажная распаковочка. Посмотрите, у нас уже целых 10 коллекций. Да, сегодня новиночка. Камера так низко, но главное, что она стоит так. Посмотрите, целых 8 пакетиков. Наша норма. Больше не могу. Да. Такая коллекция. Сразу догадайтесь, когда уже... Я, кстати, сделала для нее даже специальное местечко. Ну ладно, давайте уже, раз мы с нее начали, возьмем пакетик. Хочу опять же избавиться от самых скучных. Это мое самое любимое дело. Такое вот, потому что, видите, он не цветной, я хочу от него избавиться. Вот такой вот пакетик. Убираем коллекцию. Вот такой хочу сразу взять, потому что он не яркий. А вот этот остается. Берем-с. Наша новиночка из прошлого видео. Да, кстати, вот сейчас я заложу это видео, и еще выйдет целых 3. Угу. Берем с какое-какое. Давайте возьмем вот это тут. Такое. Вот такая коллекция Wednesday. Хочу уже сделать ей вот такой пакетик взять, потому что он мне не очень нравится уже. Достал меня. Берем коллекции. Блин, это же коллекция. Да. Блин, какая это была коллекция? А, это коллекция Estelle. Предлагаю взять вот этот. Потому что тут такой себе принт. Но он мне реально нравится. Но он просто скучный. Коллекция вот такая вот. Я забыла, как она называется. Опять же. Хочу избавиться от всех таких. Нет, вот, от него избавляемся. Убираем саму коллекцию. Коллекция визитка. Мне нравится вот это, потому что она как бы вот здесь вот порвана. Коллекция плавтари. Вот такой возьмем, потому что тут написано на русском, а я уже от русского отвыкаю давным-давно. Также вот такие вот у нас сегодня пакетики на распаковочке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как 8 из коллекции 10? Ну ладно. Мы уже на вот такой вот рандомной коллекции. Но так как мы уже на этой коллекции, предлагаю открыть Wednesday. Вот такой пакетик. Так. Не сработало. Я думала, сработает. Так вот. О, что, нам это выпало? Нам выпало то, что я думаю? Нам это самое выпало? Оно? Именно оно? Нам выпала мастерка, которая была в сериальчике. Такая вот. Там еще есть капюшончик, кстати. Который тоже был в сериале. Да, у Wednesday есть капюшон. В шоке с нее. Вообще. Я не знаю, как это клеится. Я забыла, как он клеится, я серьезно сейчас говорю. По-моему, вот. По-моему, вот так клеит. Ну ладно, приклеим так. Так, сейчас нужно разобраться, как его отклеить. О, быстренько. Нормальный звук. По моим предположениям, клеим сюда. Как вы думаете, ровно приклеила? Нет, не ровно. Да блин, что происходит? Ну, здесь теперь мы на этот заезжаем, да? Тогда нужно вообще вот так вот клеить. Ну, так пусть и будет, как оно есть, да? Отклеиваем следующий. Ну, что есть, то есть. Назад не вернешь, поэтому... Такая вот мастерка нам попалась. Жду скорее уже волосы Wednesday. Еще у нас эта коллекция закончилась. Переходим на коллекцию свечи. Где она? Вот она. Так, где наша корпорация?
Вот она. Ну, нормальненькая. Убираем. Кстати, новиночка моя, она очень сильно шуршит. Это та самая, которую я люблю. Вот здесь приклеен, так как вот тут фитилек. Так. Я не знаю, слышно вам эти звуки, но я люблю, когда их слышно. Не знаю, слышно вам или нет. Готово. Главное, что самое ровно приклеили, да? Ай, коллекция пластырей. Переходим к ней. А, она же вот тут у нас была. А, это коллекция визитки? Ну, ладно. Пусть и будет. Главное, что коллекцию открыли. Делаем вот так. Идеально сработало. Даже вам, по-моему, слышно было. А, это провальный немного, но да ладно. Он мне все равно... Это под номером один. Номер один. Такие звуки у меня стали. Раньше их тупо не было. Тут нужно аккуратно. Все. Отлично. Так вот получилось. Такая визитка. Следующая коллекция пластыри. Да, коллекция пластыри. Где он, где он, где он? Вот наш пластырь. Открываем. Обалдеть, как она сработала. Отлично. Это номер. Опять номер, что ли? Он тоже без номера. Они что, все без номера разговорились? Ладно, приклеим на номер 10 или... Нет, давайте приклеим на номер... Ну, тут куча розового, поэтому давайте на номер 5 приклеим. Потому что тут тоже есть вот розовенькая, да? А тут у нас все розовое. Ну, есть вот тут розовенькая, там, в конце концов, розовые. Так вот. У нас еще осталось 4 пакетика. А какая у нас следующая коллекция? Следующая коллекция в новеньком каталоге. Убираем вот это вот. Та-да-да-дам, та-дам! Новый каталожик. Открываем на стране. Фух. Вот этот вот. А, страничка с Estelle. Вот. Это с коллекции Estelle вроде бы. Блин, у меня... Что я приклеилась? Ну, мы ее сейчас отклеим. Ну, нормально. Скотч отклеился, правда. Да ладно, ничего. Ты вообще обалдела, что ли? О, нам попались синие волосы. Коллекция Estelle. Тут вот такой вот принт, кстати, такой же есть уже у нас. Но другого оттеночка. Все отлично, абсолютно все нормально. И нам попался, по-моему, этот бальзам. Да, это бальзам для волос. Там на нашем языке опять написано бальзам. Такой вот у нас язык. Невозможно прочитать. Предлагаю приклеить его именно вот сюда. Давайте вот сюда. Там уже места нету. И опять же, он высокий, нигде не приклеить. Ладно. Отклеиваем. Мини-звук. Вот так вот. Теперь сразу же коллекция Нектар. На одной страничке. Блин. Ладно. Самое главное внутренность. Вот, просто прочитайте. Нектар, лаванд, правда, фокус не берет, но ладно. Вот, можете прочитать. Вот, если близко, то не можете. Далеко, то можете. Ну, вот так вот, короче. Как открыть? А, тут без нашей открывашки. О! Нормально. А, он же без номера. Ну, предлагаю клеить на номер 7. Такой вот нектарчик получился.
Переходим на коллекцию панчики. Такой вот. Блин, вот. Корпорация. Я ее корпорацией называю. Вроде она перпорация называется, но мне легче говорить корпорация. Кто смотрел мультик «Корпорация монстров»? Так вот. Шумно. А, у нас попался вот такой вот пончик и с надписью «I love you». «I love you». Пончик. «I love you». Вот, написано. Я читать-то умею, я просто так прочитала, чтобы всем понять. Блин, который раз уже рвет. Сама бумага рвется. А номер-то какой? Номер 3, блин. Меня напугали то, что я номер не нашла. Так вот. Следующий. А, фух ты, боже. Тихо-тихо. Не надо. Я почему-то думаю, что с первой странички нам попадется. А, кстати, это коллекция. Сейчас догадайтесь. Ладно. Блин, тут плохо работает. Она еще и во втором слою? Издевайтесь. Откроем. Ой. Вот такая вот коллекция. Да, это коллекция худи. Тут даже написано, какие размеры. Есть XL, есть XXL. Ну, там они все одинаковые, ну да ладно. Это номер... Я не прогадала, это правда с этой страницы. Это мини. Вот так вот. Ну, вот такая вот у нас получается коллекция, новиночка. А, да, тут две страницы, так как пакетиков 8. Вот так вот. Ну что ж, на этом могу сказать всем пока-пока. Как вам сегодняшняя распаковка, пишите в комментарии. А, да, кто не забыл, то выйдет еще 3 ролика. Пока.